Всем привет! Известного художника-сценографа Бориса Краснова, который ранее был госпитализирован с пневмонией, перевели в хоспис с неутешительным диагнозом. Врачи уже не надеются на выздоровление знаменитости. Об этом сообщил Александр Добровинский. Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением, шансов на выздоровление нет. По его словам, 60-летнему Краснову резко стало хуже, отказала правая сторона тела, мозг поражен на 85%. «Это, конечно, ужасно. Я очень сочувствую Боре и его близким», — сообщил звездный юрист. Художник Борис Краснов попал в московскую больницу с пневмонией 8 января. 2 июня стало известно, что он впал в кому и находится в тяжелом состоянии. Его лечение контролировала сама Алла Пугачева, которая нашла для друга лучших врачей. Несколько лет легенде русского шоу-бизнеса потребовалось на то, чтобы восстановиться. Добавим, что Краснов является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, такими как Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!